Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня четверг, 9 августа. О событиях этого дня расскажут корреспонденты бийского телевидения и я, Анастасия Исаева. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Одни намерены поднять, другой наоборот возит по сниженной цене. Бийские автоперевозчики не могут прийти к единой цене. 7 миллионов на ремонт фонтана. В Бийске продолжается реконструкция третьей очереди Петровского бульвара. 3 часа современных хитов. В Бийске стартовал музыкальный фестиваль «Ритмы улиц». Дальше разговоров пока не заходит. Бийские предприниматели намерены повысить стоимость проезда в автобусе. По мнению коммерсантов, цена билета должна составлять 20 рублей. Однако никаких бумаг, подтверждающих экономическое обоснование тарифа, никто из автоперевозчиков администрации еще не предоставил. Нет, администрация города Бийска на это не пойдет. Только обоснованные затраты, только обоснованный тариф. Будет это 20 рублей, будет это 18 рублей, будет это 19 рублей. Не знаю, насколько они обоснуются. Но ничего за период с января по сегодняшнее число, ничего в администрацию представлено не было. Плюс 2,5 рубля. Регулярно, начиная с января этого года, автоперевозчики поднимают тему увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. При этом документов с расчетами коммерсанты не предоставляют, а просто предлагают чиновникам проиндексировать цену до 20 рублей. Отметим, что стоимость поездки в общественном транспорте города Бийска одна из самых низких, и за наличный расчет составляет 17 рублей 50 копеек. По транспортной карте 17 рублей ровно. Напомним, что в последний раз тариф в Бийске поднимали 2 года назад. Тогда проезд подорожал на 2,5 рубля. Тогда же общественный транспорт оборудовали терминалами для безналичного расчета. Пока одни хотят увеличить тариф, другой возит по сниженной цене. Бийский автоперевозчик уменьшил стоимость проезда в своих автобусах до 16 рублей. И это не предел. В планах предпринимателей уменьшить тариф еще на 1 рубль. Пассажиры все-таки для нас это самое главное, чтобы людям ощутимо было 17, что это там. И тем более сейчас мелочь, в банках нету нигде мелочи. То есть мы в банке заказываем, не можем нигде ни 50 копеек, ни... То есть удобнее намного и с мелочью, чтобы... Я вообще хотел сделать по 15, я планирую это сделать. В числе маршрутов, которые возят бийчан по сниженной цене, 44, 55 и 77. Отметим, что рассчитаться дешевле можно только за наличные деньги. По транспортной карте стоимость проезда прежняя. Связано это с кассовым терминалом, где установлена фиксированная плата. Сейчас автоперевозчик работает над тем, чтобы уравнять цены в меньшую сторону. Добавим, что по постановлению администрации Бийска 17,50 – это максимально утвержденный тариф за перевозку пассажиров на территории нашего города. Однако каждый предприниматель вправе установить свою цену проезда, граница которой ниже максимальной. Каждый человек заходит и улыбается, когда вот даже кто не знал об этом, дают 17,50, сдаем рубль 50, они уже улыбаются. Нам, говорит, удобно, нам, говорит, нравится. Я говорю, ну да, его, если честно сказать, его люди на руках уже готовы носить. Так что это все для людей, не для нас. 3 автобусных маршрута по заниженной стоимости проезда работают уже вторую неделю. Однако многие бийчане до сих пор не могут привыкнуть, что платить нужно не 17,50, а 16 рублей. Некоторым такая, хоть и небольшая выгода, помогает сэкономить семейный бюджет. Ну, конечно, рубль 50 все-таки экономия ощутима. Тем более при наших низких зарплатах в Алтайском крае, в городе Бийске в частности. Ну, для кого-то, конечно, это... Кто каждый день ездит, пользуется транспортом, конечно, это ощутимо. Сколько за день они сэкономят? Даже в 2 конца, если они уехали туда, уехали на работу, приехали. Уже 3 рубля, вот они в кармане у вас. Ну, для бийчан, конечно, помогает экономить бюджет, безусловно, тому, кому надо, да. Это хорошо, это замечательно. Ну как, обрадовались, естественно, экономии бюджета. А картой теперь пользуетесь? Нет, не получается пока. Мне кажется, эти рубль полтора, он ничего, никакой роли в жизни нашей не играет. Что сейчас рубль? Сейчас уже сотка ничего не стоит. Ну, я не знаю, конечно, полтора рубля помогает или нет, но в принципе... Вот. Если кто часто ездит, допустим, в течение дня раз 5-6, то считайте... Экономит. И существенно, если каждый день ездить. Значит, они могут дешевле возить. Хозяева этих маршрутов молодцы. Но я не думаю, что 23-й снизит рубль.
жаба задает. Рубль 50. Рубль 50, да. Ну, 16 это хорошо. Отопительный сезон в Заречной части города начнется вовремя. Сегодня ситуацию на газовой 6-й котельной во время пресс-конференции прокомментировал глава города Александр Студенигин. И это только одна из тем, которые затронули бийские журналисты во время беседы с чиновником. За 2 часа журналисты успели задать градоначальнику больше 10 вопросов. Разговор коснулся ситуации с домами Паразина и Ленинградской. Обсудили итоги программы переселения из ветхого и аварийного жилья. И планы по дальнейшему участию в проекте. Также речь зашла о наказании за незаконную установку бетонных блоков и рекламных конструкций. Не оставили без внимания тему дорог и ремонта отдельных улиц. Обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Подробные материалы с пресс-конференции смотрите в ближайших выпусках. В выпусках информационной программы «Будни». В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. 7 миллионов на ремонт фонтана. В Бийске продолжается реконструкция третьей очереди Петровского бульвара. 3 часа современных хитов. В Бийске стартовал музыкальный фестиваль «Ритмы улиц». Кредитный потребительский кооператив «Зенит». Защита ваших сбережений от инфляции. Доход 13% годовых. Все сбережения застрахованы. КПК «Зенит». Место для роста ваших сбережений. Бийск Global Party 2018. Стань участником самого яркого события осени. Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника. Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс. Все подробности на сайте www.prokopyevfond.ru. Не упусти свой шанс, зажги по полной! Информационный партнер «Сибирская медиагруппа». Сибирский государственный университет геосистем и технологий объявляет набор на заочное обучение. 913-226-47-56, 923-720-66-49. АЭС «Финанс». Теперь тариф единый. Для всех 13% годовых. Проще понять, проще заработать. Звоните 25-50-25. Эксклюзив. Криминальная хроника за неделю. Разоблачение и задержание. Комментарии следствия. Расследование громких уголовных дел и приговоры суда. Участок 112. Здравствуйте. В эфире программы «Деловой разговор». Меня зовут Наталья Каршева. Разговор в студии на актуальные темы. Разговор по существу. И своевременная аналитика. «Деловой разговор». Ваш ребенок не поехал в загородный оздоровительный лагерь? Не беда. Отрешиться от насущных проблем помогает общение с животными. На вдох мы вытянемся руками вверх. Современная и стильная, заботливая и нежная. Она разная, но всегда успешная. Все для женщин и о женщинах. Женский клуб. Опасное вещество обнаружено в подвале бийской многоэтажки. В заброшенной стайке нашли небольшой флакон с ртутью. Как долго она там находилась, никто сказать не может. Однако известно, что долгое время данное помещение жители не использовали. Ртуть в подвале многоквартирного дома обнаружил местный житель. Он начал наводить порядок в заброшенной стайке. На полке увидел небольшой флакон. О находке бийчанин сообщил в правоохранительные органы. Незамедлительно на место выехала оперативно-следственная группа. Опасное вещество полицейские изъяли и передали управление ГУ ЧС для последующей утилизации. Шестая часть от общей суммы пойдет на фонтан. В Бийске продолжается реконструкция третьей очереди Петровского бульвара. Чтобы преобразить зону отдыха, у подрядчика есть почти 3 месяца. За это время специалистам необходимо уложить брусчатку, смонтировать сцену, реконструировать фонтан. Что уже сделано, расскажем в нашем следующем сюжете. Место отдыха, а строительная площадка. Сейчас третья очередь Петровского бульвара огорожена по периметру. Здесь ведется демонтаж старого асфальта и бордюрного камня.
На сегодняшний день счищено больше половины от общего объема. До ноября подрядчикам предстоит проделать громадную работу и освоить 40 миллионов рублей. Вместо провалившегося покрытия на площади в 12 тысяч квадратных метров появится брусчатка. Есть сложности по поставке плитки, потому что мощности ограниченные, но на все накладывается конец осени, достаточно большая разбор там этого материала. Технических никаких вопросов здесь нету, да, здесь единственный этот контракт ограничен очень жестко по времени исполнения. То есть мы сегодня говорим, что у нас август кончается, окончание 31 октября, и с учетом там Сибири, погодных условий, и все, что это работы, скажем так, уличные, да, это вызывает только опасения. Также проектом предусмотрено установить в парке стационарную сцену, сделать спортивную площадку и обновить зеленую зону. Серьезная реконструкция ждет и символ бульвара «Фонтан». От прежнего объекта останется только место и габариты. Новая конструкция будет подсвечиваться 40 светильниками и облицована искусственным камнем. Заниматься ремонтом фонтана будет компания из Красноярска. Стоимость работ порядка 7 миллионов рублей. Увидеть модернизированный фонтан в действии в этом году вряд ли получится. Гидротехническое оборудование открытое. Если к сроку сдачи бульвара в Бийске будут холода, то насладиться красотой объекта жители смогут только весной. Что касается воздушных аттракционов, то и места в обновленном парке не нашлось. Батуты, вероятнее всего, если они не будут использовать специальные крепления, либо груза, да, это, то они здесь стоять не будут. Вы видели, как осуществляют? То есть они забуриваются, либо забивают, портят асфальт и к этим уже растяжки крепят кронштейны. Такого здесь больше не будет. Третью очередь Петровского бульвара ремонтируют за счет средств, выделенных по программе создания комфортной городской среды. У подрядчиков есть почти 3 месяца, чтобы закончить реконструкцию. Постоянно здесь ведется технический надзор. Проверять готовый объект будет целая комиссия. Анастасия Исаева, Иван Зяблицкий, «Будни». 3 часа современных хитов. В Бийске стартовал музыкальный фестиваль «Ритмы улиц». Каждое воскресенье августа на Петровском бульваре будет звучать живая музыка. Начинающие группы познакомят бийчан со своим творчеством. В репертуаре кавер-версии известных исполнителей, а также песни собственного сочинения. Музыкальные группы «Реванш» и «Ваниль», а также сольный исполнитель Алексей Дереглазов уже открыли фестиваль в это воскресенье. Культурная программа длилась целых 3 часа. Все желающие могли услышать современные хиты. Отметим, что организатором концерта являются бийские студенты. В этом году они стали участниками конкурса муниципальных грантов и выиграли около 30 тысяч рублей. На эти деньги активисты купили музыкальную аппаратуру. И теперь каждое воскресенье будут петь песни для бийчан и гостей города. Следующее выступление состоит 12 августа на бульваре Петра в 18 часов. И о погоде. Спонсор прогноза – сварочный центр. Все необходимое для сварочных работ вы найдете именно здесь, в сварочном центре. К строительному сезону все необходимое для сварочных работ вы найдете в сварочном центре. Большой выбор полуавтоматов, аппаратов аргонно-дуговой сварки. Все для плазменной резки и для сварки пластиковых труб. Всегда в наличии магнитные фиксаторы, электроды по чугуну, алюминию, нержавеющей стали, наплавочные, электрогенераторы, дренажные насосы и стабилизаторы напряжения. Внимание! Сезонное снижение цен на сварочные электроды. Сварочный центр, улица Иртышская, 32. Телефон 45 25 56. Итак, завтра, 10 августа, в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый. И о температуре ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 27, плюс 29 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на Ютубе. Счастливо!